На тротуарах Кирова замечены загадочные круги. Объекты находятся у Парка Победы в районе Стеллы. Мы выяснили, что это такое. Оказывается, при укладке брусчатки на тротуар рабочие не стали разбираться, что к чему, и замуровали коммунальные коллекторы. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, они в курсе, что люки тепловых камер закрыли брусчаткой. Уже подготовлены соответствующие письма в управление дорожной и парковой инфраструктуры и администрацию города Кирова, чтобы покрытие убрали с коллекторов. Ведь если что случится с теплотрассой, особенно в зимнее время, получить доступ к дефекту никак не получится, резюмировали коммунальщики. Про то, насколько это опасно, у нас вот в зимнее время все тепловые камеры их обходят, осматривают раз в неделю в обязательном порядке. То есть снимают крышки, смотрят, есть ли парение, есть ли там вода, все ли в порядке. И, конечно, доступ обязательно к тепловым камерам должен быть.